Семья, хотите, я вам раскрою секрет и нюансы, некоторые нюансы работы специалиста по продаже недвижимости. Никогда я этим не пользовался, не делал, но на самом деле, когда ты заходишь в базу по тому или иному объекту, у тебя перед глазами вот есть информация. Ты можешь прочитать ее на самом деле. О поселке, да, ну и цены есть на те или иные как бы, объекты. Я, если честно, никогда этим не пользовался. Вот, но сейчас я просто решил прочитать. Я думаю, ну что я все время заморачиваюсь, это значит, произношу вслух, когда можно на память, когда можно просто прочитать. Ну, я сегодня только это сделаю. Но на самом деле комплекс очень неплохой. И изначально сама идея была крутая. Потому что, вот, несмотря на эту гравийку, здесь вот. Я не знаю, сколько здесь, 30-50 метров, и Батумское шоссе шикарно. Вы доедете там до, до Мамайки, буквально до, до пляжа там за 5 минут, в самом центре Дагомыса вы окажетесь также за 5 минут. Место тихое, уютное, с потрясающими видами на горы да, застройщик испытывал ряд трудностей при подключении, так сказать, газа, воды, благоустройства территории, но на самом деле, вот я сейчас, минут назад с ним созвонился, он говорит, Дим, я все решил, вот, и, соответственно, до конца года, говорит, я вот все, что обещал, для людей все доделаю. Но на самом деле, сейчас речь о чем? О том, что сейчас здесь особо разговаривать о а не о чем. Я пришел просто сказать вам цены, какие есть в апартаментах, и проинформировать. Кстати, вот, когда мы покупали с Клиентами. вот этот дом, вот этот дом, да, вот, мои клиенты, собственно говоря, приобретали этот дом, шикарное было предложение, тогда застройщик как раз сразу же доделал, значит, фасады на домах, забор, вот, ну, так по благоустройству насыпал здесь, вот, видите, гравий и так далее, потом было сделано, кое что мы с Романом Николаевичем здесь начинали частично делать ремонт, но потом прекратилось финансирование, и, к большому сожалению, данный проект был заброшен, ну, просто мы не мы его забросили, а, собственно говоря, по какой-то причине наши клиенты его забросили. А начнем мы это видео, как обычно, с приветствия, стандартно, иначе все пойдет не так. Семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. С вами, как обычно, лучший самопроизошенный консультант по подбору недвижимости в городе Сочи, Дмитрий Александрович. Низкий вам поклон, господа. Ко мне по вопросам не только... Вот вы захотите построить такой дом? Скажете, Дмитрий Александрович, вот застройщик продает дорого, я хочу построить себе такой дом. Обращайтесь по вашему проекту или по проекту данного застройщика, прочитаем вам стоимость, соответственно. Да? Или вы захотите сделать ремонт в таком шикарном доме, заказывайте у нас, господа. Вот в свое время мы заходили сюда, вообще цена была просто шикардосная. 12 тысяч за метр квадратный с нашим материалом. В какой-то момент, бац, и заказчики приостановили, собственно говоря. Сейчас, если возобновить эту всю историю, к нам обратятся делать ремонт. Мы уже никогда не сделаем за такие деньги ремонт, потому что материалы подорожали, все, господа, уже поезд уехал, к сожалению. Поэтому, как говорится, дорога ложка к обеду. Ну и сейчас мы продолжаем делать ремонты от 15 тысяч рублей метр квадратный с предчистовым материалом, с нашим материалом, да, куда входит штукатурка, шпатлевка, черновая электрика, сантехника. Ну, вы получаете white box, господа. Еще раз говорю, ремонт может идти 16, 17 и 25 тысяч за квадрат. Но начинается цена от 15. Это стандартный наш как бы набор, пакет. Вот. Но если вас что-то не устроит, вы скажете, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Здесь мне сделать рехаус, здесь мне вот это, вот это, вот это. Кнауф, Мауф, ну и господа, будет все как бы немножко значительно ну, дороже. Чистовой ремонт мы делаем от 10 тысяч э, рублей за метр квадратный. Чистовой материал, господа, с вас. Слушайте, мы востребованы. Э, у нас лучшие цены в городе. Можете Сколько угодно комментируй, что цена завышенная у вас в регионе дешевле. Мы по Сочи делаем за самую лояльную цену, как медийные люди, люди, которые находятся на виду, все знают меня, Александра, Роман Николаевича. Мы все процессы контролируем, и стройку, и ремонт. И поэтому все с нами общаются. У нас нет ни одного недовольного заказчика. Это самый главный плюс для нас. Хорошо, друзья. Чего я пришел-то сюда, собственно говоря? Я пришел сюда потому, что сегодня контролировал, ездил, снимал отчеты для клиентов по ремонту, по Дагомысу. Еще раз говорю, этот дом в свое время забрали лично мои клиенты, я проводил сделку за шикарную стоимость. Вот. Еще раз говорю, что мы начинали здесь ремонт. Даже вот хочу сказать, что вот, дайте покажу вам, давайте, кому интересно. Кстати, я тут уже не был, Сколько лет, сколько зим. Мне даже интересно посмотреть на всю эту историю. Да, к сожалению, я сейчас, наверное, здесь... Ну ладно, попробую. Попробую пройти. Кстати, шикарные планировки. И вот именно этот дом, этот дом имеет шикарные видовые характеристики, я вам хочу сказать. Лестницу с Романом Николаевичем мы заливали здесь. Лестницу. Подпорную стенку мы заливали здесь. М -м -м -м. Окна. Закрыты? О, закрыто, закрыто, закрыто. Окна вставляли мы здесь. Так, как там обстановочка? Обстановочка. Как тут обстановочка? Обстановочка. Штукатурили, блоки завозили. Все это мы делали здесь. Да, и это все закрыто. Ну, закрыто, и, слава богу. Я молодец, что проверил. Так, и эту подпорную тему. Вот так было все, видите, с габиона. Ну, его вот здесь с нашей стороны выдавливало немножко и мы, соответственно, вот лили такую монолитную стену. Вот. А здесь теоретически должна быть граница, и уже это следующего хозяина, участок следующего хозяина. Так, ну, в общем, вот такая вот история. Да. К чему я, собственно говоря, все это? Ностальгия, господа, ностальгия. Вот этого забора не было. Смотрится, кстати, абсолютно нормальный забор. Вот. Вот отсюда надо, конечно, тоже все равно делать здесь отмосточку, воду все уводить, потому что когда ливни льются, все, соответственно, льется. Мы столкнулись с проблемой, с глобальной, что ну, на цокольном этаже испытывали неприятности по гидроизоляции, и все равно вот здесь... На общей территории, это является общей территорией, да, под домами всего на все, под каждым домом, там, по-моему, если ошибаюсь, по две соточки земли, здесь нужно делать все водоотведение, чтобы, соответственно, никого не заливало. Хорошо, речь-то не об этом. Это все так, это ностальгия, лирика и так далее. Смотрите, этот дом продан, этот дом продан Дмитрий санчин этот дом был продан на сегодняшний день. Вот этот дом можно купить, стоимость его 25 миллионов рублей. Это перепродажа. И вот этот дом тоже. Ну, как бы есть информация, что он на задатке, но я думаю, что, в принципе, если вы с наличкой 25 миллионов у вас есть, то как бы можно разговаривать. Вот. А так вообще концепция неплохая, знаете, концепция такого некого комьюнити, когда, ну, я не знаю, вы там, может быть, ваши друзья, там еще знакомые, вы купили, собственно говоря, несколько домов, живете, у вас общая территория. То есть здесь как бы, когда мы покупали, мне говорят клиенты, а может быть, не ты, знаешь, забор, там не забор, ну, что-то такое мы обсуждали. Но здесь нет, здесь такого не должно быть. То есть здесь земли фактически нету, здесь есть даже общий бассейн там. Сейчас я пройду, покажу вам. И, конечно, здесь не та история. То есть вот раз, два, три, четыре, пять, дом, пятый дом, вот этот дом тоже я продавал, но не я его продал, то другой. Я говорю, шикарные здесь просто виды из дома открываются, просто потрясающие. Дома огромные, прям большие дома, больше 200 квадратных метров. Я вам просто хотел сказать, что вот в Дагомысе есть такой поселок. Я не буду там бегать по домам, там показывать особо, распинаться планировку. Ну, она как бы, она, она, она как бы э, э, шикарная. Вот, я сейчас схожу, вам покажу бассейн. И здесь, кстати, вот апартаменты. В свое время, вот, кстати, вот давайте обратимся к подсказке. Я вам покажу напрямую, как это работает. Смотрите. Вот так вот, можете, да? Ну, давайте я прочитаю, что вы можете паузу поставить и посмотреть, а я вам потом скажу. Смотрите, что здесь у нас написано. Ватунское шоссе, коттеджный поселок Вудлен, да? Коттеджный поселок расположен в Дагомысе, в 7 километрах от Сочи. Я буду либо сейчас это вам а, а, утверждать, что это так, либо опровергать. Расположен в 7 километрах от, от Сочи и в 2 километрах от побережья и представляет из себя 5 индивидуальных коттеджей и один трехэтажный комплекс с апартаментами. Это правда. Из комплекса, из комплекса открываются захватывающие виды на горы, море и обилие зелени. Это правда. До автобусной остановки 200 метров. Это правда. До гипермаркета 500 метров. Это правда. На закрытой территории есть все необходимое для отдыха. Детская площадка, э, по-моему, пока ее нету. Бассейн, э, да, фактически он есть, но как бы он, естественно, не эксплуатируемый еще. Сейчас покажу вам его. Так, бассейн дальше. Что еще тут написано? Зона барбекю с беседками этого не было. На цокольном этаже главного здания располагается сауна и зона отдыха с баром я так понимаю, вот этого здания, да, пока этого нет, но теоретическая эта возможность есть. Вся территория находится под видеонаблюдением и охраной, на как каждый коттедж нам приходится 3,5 сотки, а, 3,5 сотки, извиняюсь, и два парковочных места, но это правда. К поселку подведены все необходимые коммуникации, вода, газ, э, канализация, но вот как раз таки с этим вопросом очень долго решался застройщик, и он вот сказал мне, что решить за Нового года все проведет. Коттеджеры построены по монолитной технологии на свайном фундаменте, во внешней штукатурной отделке используем элементы декора и древесины натурального камня. А кровля выполнена из черепицы, высококачественные черепицы. И вот вам цены, смотрите, вот, пожалуйста, вот, смотрите, вот дом, про который я вам сказал, видите, 25 миллионов рублей, и вот они апартаменты, вот, можете паузу нажать, посмотреть, что у нас здесь, у нас здесь 32 квадрата метра за 6900 по акции, у нас с вами здесь есть 32 квадрата за 7900 и 43 квадрата за 11400. Вот, вот такая вот история. Все. Вот, вот эта информация, собственно говоря, пользуется, видите, риэлтор в тот момент, когда, собственно говоря, приезжает и показывает вам те или иные объекты. Да, я как бы, если я не владею информацией, я могу зайти прочитать. когда читаешь, как бы, это как будто, знаете, как робот, как будто читает, как-то не очень это все выглядит. Вот этой стенки не было из Габиона, не пойму, что это такое. Ну, это апартаментный комплекс, да, туда тоже заходи, сейчас вы скажете. Я просто вечером приехал, видите, никого нету, все как бы типа заброшено и так далее. Вот. Ну, можно здесь ходить, смотри. А, ну, здесь, вот это помещение, которое под сауну, под бар, я так понимаю, сейчас здесь складировано, все что угодно. А так можно подняться. Там на втором и на третьем этаже продаются. Я сейчас вам покажу. Я просто хочу вам показать виды. Виды шикарные. Нет, я думаю, что этим летом уже люди зайдут на ремонт и заедут. Потому что все это раскуплено. Я думаю, что никто не обидится, если я. Давайте на третий этаж поднимусь. Там, потому что точно есть площадь, которая находится на продаже. Думаю, что никто не. А вот, пожалуйста, чтобы отсюда вам было видно. Вот она чаша бассейна. Вот она, видите, на заднем дворе. Вот он большой бассейн и маленький бассейн. Но э -э, там должна была быть дальше беседка. Зона барбекю, но пока ее нету. Так, ну вот, давайте сюда просто зайду. Большая площадь. Виды здесь шикарные. Даже сейчас. Ой, извиняюсь. Секундочку. Дмитрий Александрович. Стал. А, извините, я не повернул. Да, ну, виды здесь, конечно, шикарные. То есть, вот, потрясающие. Даже сейчас виды потрясающие. Это небольшой кусочек вид на море. Вы из-за дымки ничего не видите, я вас понимаю. Вот такая вот зелень. Не, здесь их тихо, спокойно. Место не проездное. Что же говорю, это вот перепродажа тоже есть такая Давайте. Сейчас все, все закроет. То состояние вернет, как это здесь было. Да. Ну, может быть, сейчас зайду. Может быть, покажу вам дом все-таки, который... Так. С той стороны я не закрою, я сейчас выйду, да? А, нет, он здесь здесь открыто. Давайте, сейчас, секундочку. Подождите, секундочку. Все. Да. Получается, как бы, задний двор. Сколько в свое время, конечно, застройщик. Вот что-что, здесь залил денег в бетон просто немеренное количество. И на самом деле, когда мы в свое время покупали дом, застройщик сказал, я сразу, говорит, эти деньги направлен на благоустройство, я обещал отделать камнем, я обещал сделать забор, он сразу все это сделал. Чаша сама есть, ну, естественно, бассейн не функционирует, для этого надо, чтобы все жильцы заехали и, соответственно, этим делом всем пользовались. То есть он общий, он, в принципе, не маленький, нормальный абсолютно бассейн. Смотрите, друзья, я не то, что вам говорю, вот покупайте, вы меня знаете, да, вы видите, я хожу без какого-то там восхищения и так далее. Я вас просто как бы ставлю в известность, что вот такие-то цены можно теоретически, если вы хотите, как бы купить можно не покупать, то есть все на ваше усмотрение. То есть ни в коем случае там я... Не хочу, мне некоторые говорят, Дима, зачем ты снимаешь дом за 40 миллионов рублей, если ему цена там 30? Я говорю, ребят, я оставлю вас в курс событий, что происходит. То есть я должен же снимать не только супер крутые какие-то объекты, да, ну, а то, что чуть подороже, чтобы вы тоже понимали, да, у вас было какое-то мнение складывалось, там, ликвид это, там, не ликвид и так далее, там, потом. Не знаю, сейчас здесь открыто, покажу. Вот снизу можно зайти. Да, здесь закрыто, давайте сейчас снизу, тогда я сейчас спокойненько обойду и покажу вот поэтому этот поселок скажем так поселок назовем это поселком да изначально мне нравился потому что я знаю историю, ну, все это, кому принадлежала эта земля, как это, собственно говоря, строилось и так далее. Ну, то есть сама концепция интересная. То есть такого в Сочи, ну, редко встретишь, чтобы там были, была открытая территория, были жилые дома и, соответственно, апартаменты, да, то есть вот рядом все это, все это в единой концепции. Но вот единственное, что как бы из-за чего болит душа, ну, вот лично меня, что не доведено до конца, понимаете, хотелось бы вот... Хорошо, когда у застройщиков есть деньги, они Делают э, там ремонт, приводят домой территорию в порядок, а потом все это продают за дорого. Ну и как бы, и нечего сказать, да, то есть все в идеале. А когда вот э, до конца, ну, не доделывается, непонятно, вот ходишь, как будто сейчас все скажут, а что так за все заброшено и так далее. Хотя все раскуплено, да, то есть фактически один дом на продаже за 25 миллионов и э, три апартамента, все раскуплено. Вот, ну вот, э, эта история такая, что... Пока сейчас первый человек не зайдет, в следующем году не начнет делать ремонт, потом а второй, третий, четвертый, все потянутся, хотя потянутся. вот видите, уже откуда-то блок установлен, поэтому кто-то уже может быть что-то, что-то, где-то что-то делает. Да. Ну, а так, сама концепция неплохая, и дома э, прикольные, и посмотрите, пожалуйста, на эту толщину стен, на эту лестницу, как в Титанике. Все это как бы достаточно имеет определенные масштабы. Здесь очень хорошие стекла везде стоят, я знаю. А, 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 значит, изготовителя, компанию. Я знаю, кто эти стекла устанавливает. Вот, мы сотрудничаем с этими людьми. Ну, это очень качественно, быстро, ну и надежно. Это алюминиевый профиль, хороший. Световая точка, световая точка, световая точка с выходом на во двор. Это, естественно, санузел. Здесь у нас получается кухня, гостиная. Посмотрите, какая реально шикарная. Вот как, вы не представляете, какой-то толщины. Просто, извините, не толщины, а ширины лестницы. Да? Просто ну, шикарная, удобная, прям обалденная. И вот вы на второй этаж тоже поднимаетесь. И здесь тоже можете зонировать спокойно мастер-спальню. И, соответственно, можете сделать здесь а, еще вторую. Можно тертички и три, ну, направшится две спальни. Давайте я покажу вам. О, вертолет летит. Сейчас я. Все равно. Из каждого дома открываются виды. Из каждого дома открываются виды на зелень, на горы. Еще раз говорю, это кусочек моря. Это кусочек моря. Ну вот такая история. Вот дом, в котором я нахожусь. Как бы, ну, предварительная информация под задатком шахматки мы видели стоят за 25 миллионов и вот это тоже такой же 25 миллионов перепродажа она есть нам помешало, еще раз говорю, доделать здесь ремонт, только вот ну, отсутствие нежелания, скажем, а может быть, может быть возможности пока временно нет, может еще что-то, как бы никто не будет уточнять, там лезть людям в душу, но тем не менее, хотелось доделать, конечно, в свое время этот проект, было бы интересно. Все, мои дорогие друзья, я хочу на этом закончить, не сочтите, так сказать, это за какую-то нудятину. Это не совсем такой был обзор, да? Не совсем полуобзор, полукрик души, полуинформация и так далее. Я просто хочу в самое ближайшее время, там, в течение года заехать сюда, в этот поселок, и увидеть, как здесь живут люди, как здесь уже все благоустроено, как этот поселок задышал, потому что мне он нравится, и жалко, что все это долго происходит, да, в Сочи. Ну, потому что сейчас все дорого, еще раз говорю, застройщика не всегда бывает деньги для того, чтобы это все так разом построить. То есть они вынуждены где-то депинговать цены, где-то подешевле что-то продавать и так далее. Но когда это все запустится, будет все достаточно неплохо. Будем надеяться, что это будет самое ближайшее время. И желаю и своим клиентам, чтобы они тоже доделали в свое время здесь ремонт. По возможности, когда они получится, переехали жить в Сочи, потому что ради этого они и покупали дом для того, чтобы периодически приезжать, а может быть когда-то и переехать, и жить в Сочи и наслаждаться. Место хорошее, Локация очень крутая, цена в рынке абсолютно. И вот желаю этому поселку коттеджному, Вудланду, задышать как можно быстрее ножами, свежими красками, чтобы все люди были счастливы. Вот это я и хотел, собственно говоря, донести до вас. Все, я вас обнимаю, целую, люблю, спасибо вам, что вы есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Всегда для вас ваш покорный слуга Дмитрий Александрович. Обнял вас, люблю, целую, пока. Пока, семья, пока. Пока, мои дорогие.